Здесь есть корректировка увеличения бюджета на отлов и содержание животных. Вот кончается эта часть бюджета, ну, то есть вот эта сумма, это примерно 20% от бюджета. А не успеют их освоить? Для чего вообще эта корректировка? Услуга именно от подрядной организации, от приюта животных «Доброе сердце», я думаю, не то, что будет выполнена, она будет перевыполнена. Потому что если взять цифру с начала года по отлову животных без владельцев, выполненных приютом, всего по обращениям жителей города с начала года, которых было 272, отловлено 372 животных без владельца. Этот вопрос не то что актуальный, он глобальный и требующий незамедлительного решения, что мы и делаем. Поэтому заверяю вас, в полном объеме средства будут освоены животные в необходимом количестве, отловлены. И думаю, что дали бы больше, освоили бы больше. На следующий год средства, заложенные на данный вид, и средств местного бюджета составляют также 770 тысяч при выделении средств субсидий в размере 266 тысяч. Ни на рубль не увеличены. Судя по тем цифрам, которые называет Дмитрий Николаевич, где-то по 250 собак, да, вы ловите в год. За последние три года, получается, в приюте уже должно быть там больше 700 собак. Мы, может быть, я вот хочу понять, мы, может, одних и тех же собак каждый год ловим, так же, как в одном месте коноплю косят уже на протяжении 10 лет, да, прямо на одном месте. Вот она растет, и все там у них каждый год. Гектар в гектар и метр в метр. Вот так же и по собакам. Я видел в крупных городах, и собаки бегают с биркой в ухе, ну, которых выпускают, которых повторно уже не ловят. В Ачинске я таких не наблюдаю. У меня такое ощущение, что неправда, одних и тех же собак ловят или просто рисуют эти цифры. Да собак у нас, пройдите по городу, на самом деле, о чем разговор? Собак немерено, ловить не приловить. Идем дальше. Подождите, согласно технического задания, вот на 750 тысяч, да, 130 собак должны быть отловлены и содержаться до конца Конечно. Жизни. Конечно. Нет, 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 их там что-то делают с ними, выпускают их. И стерилизуют, выпускают, но это же правила такие. Хорошо, что не так? Подождите, у нас есть профессионалы в этом вопросе. Дмитрий Николаевич, их держат в приюте до конца вот их жизни или их выпускают? Дело в том, что их должны держать до конца жизни в приюте. На сегодняшний момент, после внесения изменений в законодательство, их отлавливают. 10 суток содержат, осматривают, стерилизуют. И если собака не агрессивна, то ее отпускают в среду естественно. В среду обитания? Да. И если же собака все-таки агрессивная, то она подвергается эвтаназии. Ее не оставляют. Ее даже умерщвляют. Понятно. И тоже за деньги. Я так и не понял, как Дмитрий Николаевич начинает выступать, все, я уже теряюсь. Вы посетите приют? С посылочкой для собак. Все сами тогда вам там и на пальцах объяснят. Да вы мне говорите. Я вам говорю. Вот сами сначала съездите, посмотрите. Мы там бываем. Хорошо. Прения по этому вопросу прекращаем. Все понятно.